Блин, может нам же, ну, у нас Nissan енот, может нам этот УАЗик взять или Ниву? На самом деле достаточно взять какую-нибудь развалюшку, но способную. 4. Способную развалюшку. 4x4. То есть не обязательно вкладывать в кузов, можно вкладывать в шасси. Да. Я и говорю, это или УАЗик, или Ниву старую взять. У меня жена. Да-да, УАЗик. У меня жена хорошо. Старую. Да, УАЗик, старый. УАЗик. Поверь мне, рецепт я тебе скажу. Без лишних. Без лишних вложений рецепт. Фары помою лучше и все. Лё. Мозг не захотелось. Фар. Лё. Фары помою. Спасибо за взаимодействие. Браво. Такие машины нужны. Чего? Конвертов. Какие? Конвертов. Конвертов. Конвертер. Кого? Надо запомнить, кого он ехал. Конвертер где? Подожди, в каком машине? Конвертер, что такое? Усилитель этого электричества. Конвертер? Ты имеешь в виду это? Нет, короче. Денис! У нас проблема возникла. Знаешь какая? Знаешь, какая у нас проблема возникла? Помнишь этот вот конвертер, усилитель электричества? Забыли? Генератор, что ли? Генератор? Вот, который в этот втыкается, он, я его отдавал в этот, какой кожи его отдавал? Mitsubishi. Да, кальчер, сказать. Не, разжиритель ярок. Так, тебе эту, да, зарядку надо. Обязательно. Чекамыч. Слушай, это что там? Ну что за покраска? Затро. Вон там рекламка даже у меня на кухне сзади. В стекле. Этот. Ну. Что мы? Здорово. Ну ты доволен автомобилем Нива? Все отлично. Не просто доволен, а рад ему, то, что я ее взял. Первый раз едем, ну... Не пожалел. Понравилась очень организация, главное. Очень хорошо сделано. Вы вступаете в наши ряды, и все наши мероприятия, они все такие культурные. Видите, вот человек давно его. И очень хорошо сделано. Спасибо большое. И очень приятно. Спасибо большое. Так, GVC — это наша штука. Спасибо, ребят, за сказанные теплые слова. Спасибо, реально. Такой, типа, это чё кто? Это кто идет? Это наш. Я думал, он где-то там заблудился. Привет. Спасибо за взаимодействие, за работу всем. Защиту от вас. Так, эту штуку. Штатную защиту от вас. Это моя. Она тут зарядилась? Трен, она вообще сгорела. Камера сгорела. Камера? Да, что-то, видимо, там неровно выпрямляет. Да ладно, ты, Богу, да ладно, работает, мы сейчас ехали, горели. Да. Может, что-то... Да не сгорела, она домой просто сгорит. По мебли, в ноутбуке блок, видимо, есть какой-то. Как? А этот... тут что?
тебя тоже адаптер есть еще? Не знаю, она, короче, не работает. Ну, надо новую камеру давно уже покупать. Надо формат HD переходить уже давно. У меня старая камера. Нет, не кассета. Кассета, как карандаш берешь. Не-не-не-не, она не это, она на карту памяти записывает, но качество не то. Картинка не та, изображение не очень. Я тоже хочу камеру, нормальную камеру, 15 штук, средний. Вот будем нормально работать, спонсор сам принесет камеру, поверь мне. Сигареты. Запалили. Номер у меня выше. Так, пойду я переодену свои причиндалы. Не те, не другие. Поздравляю, все замечательно. Да? Спасибо. Приезжайте еще. Ну что, Денис? Слушай, значит, марш, бросок удался к шару, значит, с целью привлечения внимания общественности к проблеме таких вот зон интересных, либо объектов интересных, расположенных на территории нашей страны. С той стороны, что люди зачастую несерьезно и неуважительно относятся, портят, ломают и так далее. Мы именно для этого поехали, чтобы всем сказать, показать, рассказать. Всем показать и доказать, что джиперы — это самые чистые люди и культурные. Да, а все остальные — это просто негодяи и, как сказать, чтоб никого не обидеть, не думающие, не задумывающиеся над своими поступками люди. Я даже сказал, глупые. Да? Слушай, а флаг ты потерял, что ли, сборы 4x4? Руслан не забрал. Вы его не это. Ну как его? Бля, что не делать? Я на машине не приехал, он по всей зависимости не хотел.